Спасск Дальний уже давно стал одним из лидеров стрелкового спорта в Приморье. В местной спортивной школе «Снайпер» часто проводятся краевые соревнования. В этот раз в мастерстве стрельбы состязались почти 50 участников 2000 года рождения и моложе. Они соревновались в стрельбе из пневматического оружия, винтовки и пистолета. В этих соревнованиях принимают участие, помимо ребят из Спасска Дальнего, ребята из Дальнегорска, из Суворовского военного училища города Уссурийска и город Хабаровск. Хабаровские стрелки – частые гости в Приморье. На эти соревнования команда приехала в составе 10 человек. База Приморского края хорошая, ну, замечательный судейский корпус, вот, поэтому мы ездить сюда любим. Вот, таких тиров на Дальнем Востоке немного, поэтому выбираем и климат мягче. Всегда хочется приехать маленько отдохнуть, скажем так, да, и ребята сменную обстановку делают. Команда воспитанников Суворовского училища насчитывала 9 спортсменов. Хотя, возможно, их могло бы быть больше, ведь многие суворовцы мечтают о военной карьере. И огневая подготовка входит в обучение. Во-первых, это довольно интересный вид спорта. А во-вторых, ну, как будущему защитнику Отечества, я должен уметь владеть любым оружием. Предназначенность мужчины – это защищать свое Отечество. Парень, который умеет в руках достойно держать оружие, я думаю, он защитит и маму, и папу, и дом. Но не только будущие военные выбирают пулевую стрельбу. 15-летний Рустам Байрамов пришел в этот вид спорта 7 лет назад, когда учился во втором классе. Сейчас он не только чемпион Приморского и Хабаровского краев, но и победитель дальневосточных соревнований. Идти рядом со школой находился. Как-то просто зашел посмотреть, что как. Вот понравилось, занимаюсь. К слову, стрелять любят не только парни. В соревнованиях принимали участие и девушки. Меня всегда это привлекало, мне всегда нравилось смотреть, как брат играет в войнушки всякие. И я любила за этим наблюдать и решила, что раз есть такая возможность в нашем городе, то решила попробовать начать стрелять. В стрельбе из пистолета участники должны были произвести по 60 выстрелов. И понятно, что это упражнение являлось не очень зрелищным. Гораздо интереснее оказалось другое, в ходе которого спортсмены стреляли по 5 мишеням. По этим 5 мишеням, как олимпийские упражнения, выполняются 5 выстрелов из 5-зарядного пневматического пистолета, то есть скоростная стрельба. Первенство Приморского края проводилось 5 дней. Итоги соревнований станут известны в воскресенье. По результатам будет сформирована сборная нашего края, которая в конце марта отправится на всероссийские соревнования в Казань. Дмитрий Беломестнов, новости спорта на 8.